Здравствуйте, уважаемые пользователи. Сегодня с вами я бы хотел вскрыть еще одну посылочку. Честно говоря, сам не помню, что там такое. По треку не смотрел, да неинтересно. Ну ладно, давайте не будем откладывать. И посмотрим, что же у нас здесь такое пришло. Так, ну, стандартный желтый пакетик. Главное, старайтесь, когда открываете, особенно если вы заказываете какие-нибудь резиновые или изделия из ткани, стараться сделать так, чтобы не попортить. Больше ничего нет. Не попортить те вещи, которые вам приходят. Много пупырчатой ленты. Так, здесь, наверное, цепочка. Цепочка из титана. Да. Именно она и есть. Ну, вот такая вот упаковочка. Это цепочечка из титана. Ссылочку на нее я вам скину. Я ее заказывал для того, чтобы носить свой маленький фонарик на шее. Так, ну вот, такая вот приятная цепочечка. Увесистая. По идее, должна быть очень прочная. Давайте попробуем разорвать. Так, ну, я думаю, дальше у меня уже очень сильно заболит шея. Я наверняка почувствую. Так, здесь у нас какой-то небольшой дефект. Нет, все нормально. Ну что, самое слабое место в этой конструкции это вот здесь. Давайте попробуем. Да, отлично, держит. Ну, скажем так, я тянул не во всю силу, но далее уже реально будет очень сильно болеть шея. Так, по поводу вот этого места давайте проверим. Ну вот приблизительно. Так, оно себя представляет на эти замочки. Может быть, не очень надежно, но в принципе замочки как бы дело поправимое, можно в любой ювелирке новые себе заказывать. Ну и так, давайте я вам покажу, с какой целью же я его брал. Собственно, вот. Мой маленький. Так, прошу прощения, к сожалению, забыл следить за объемом своей памяти на телефоне, она кончилась. Ну ничего, я думаю, эти два отрывочка я склею. Так вот, зачем, собственно, покупал эту цепочечку? Это для того, чтобы вот зафиксировать на ней наш вот этот вот фонарик небольшой, который вы из предыдущего обзора вы уже помните. Ну что, в общем, на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал. Я думаю, много чего интересного вы еще увидите. Спасибо за внимание.